В МФЦ по предварительной записи. Многофункциональный центр на Свирской, а также офис в Монино планируют возобновить работу. Прием посетителей будет осуществляться строго по предварительной записи. Временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков лично проверил готовность к приему посетителей в Щелковском МФЦ. Он проконтролировал выполнение всех санитарных требований, в том числе соблюдение масочного режима сотрудниками. На входе в центр установлен домофон, пока пропуск здания будет осуществляться через него. Добрый день, вас слушают. Добрый день, скажите, пожалуйста, МФЦ работает? Мы будем пускать только через домофон, потому что если заявитель будет заходить просто спросить, начнется толпа, и никаких социальных дистанций я соблюсти здесь не смогу. Да-да, и на входе должна быть информация об этом. Стоит отметить, предварительная запись обязательна. В противном случае просто не получится попасть в многофункциональный центр. Для связи с МФЦ работает горячая линия 8 800 550 50 30. Позвонив по этому номеру, вам необходимо набрать тройку и добавочный номер 52 240 для посетителей центра на Свирской и 52 241 для клиентов из Монино. Обладателям кнопочных телефонов перед тройкой необходимо набрать звездочку. Возобновить работу МФЦ руководство центра планирует уже с понедельника. 12 окон многофункционального центра заработают на Свирской и 3 в Монино.